Государственная академическая филармония представляет первый московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». Фестиваль продлится 6 по 10 марта в концертном зале имени Чайковского. Сегодня открытие фестивальной программы. На сцене Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет. Генеральный спонсор оркестра – компания «Базовый элемент». Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» благодарит компанию «Базовый элемент» за помощь и поддержку. Солисты, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Илларионов, Россия. Юлия Оланская, Беларусь. Алексей Шацкий. Уважаемые господа, мы обращаемся к вам с убедительной просьбой отключить средства мобильной связи на время концерта вечера. Благодарим вас. Первое отделение концерта – музыкальная премьера. Композитор Игорь Рехин. Концерт номер 2. Русский для гитары с оркестром в 3 частях. Солист Дмитрий Илларионов, дирижер Алексей Шацкий.
Thank you.